Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что же, сегодня момент истины, когда мы должны пройти задание за зомби. Но так как мне сказали, что здесь не все будет легко и просто, я даже не уверен, пройдем ли мы. В общем, снимите шкуру с апельсина. Мы играем против цитрона. Так, оставляем с вами супермозга и поехали. Мне сказали, что последний бой с цитроном будет практически на одних легендарных картах. Проверим. Так, это мы с тобой берем. Здесь заменим. Ну, в принципе, неплохо. Ребят, вот эту карту я скрафтил буквально сегодня. Стоит она, по-моему, 250 энергии. Так, ход зомби. У меня нету хода первого, так что я пропускаю. Так, цитрон тоже ничего не стал делать, да? Хитрит опять, как всегда. Так, пропускаем ход. Ах ты, жулик. Так, а мы не можем с тобой туда поставить на воду этого астронавта. Поэтому выставляем его здесь. Так, дальше двигаемся. А что если я вот этого вот зомбика поставлю? Слушай, а что там у него, эволюция, кажется, была какая-то? А, эволюция, понял, да, действительно, была какая-то эволюция. Так, ну что он там? Добавляет 4 карты. Все? На этом надеюсь. Да, друзья, еще 3 в лицо мы ему зарядим. Как же меня бесят эти цветочки на воде, которые находятся. Давай-ка пиратика сюда позовем. Ну и что ты там опять за... Что ты там замешкался? Ага. Так, ну эта карта нам пригодится. Мы ее оставим. У нас есть бонусные атаки. Так, и получает неуязвимость. Ну что же, ладно. Неуязвимость, так неуязвимость. Защита сейчас работает, да, у цитрона? Опачки. У нас есть вот такая вот карта. Ну давай я ее сюда поставлю. Что дальше он будет делать? Блин, рикошет. Кого рикошетим? Ага. Так, слушай, мы можем с тобой что сделать? Бонусную атаку, верно? Можем. А если бонусная атака будет у нас еще... под кровожадностью. Погоди секунду. Если мы с тобой потратим кровожадность, то мы не сможем провести бонусную атаку. Тогда мы сделаем с тобой немножко по-другому. Вот сюда я поставлю кровожадность. Оу, карту вытянул неплохую. И можно сделать теперь. Смотри. Сейчас я, короче, уничтожу вот этого вот олуха. Чтоб ему. Ну, теперь поехали. Так, уничтожим с тобой этот орех сразу же. Вот этого убьем. Так, карту, конечно же, на дорожку. О, усы, то, что нужно. Так, у него сработала защита. Друзья мои, 4 карты у цитрона осталось. 4 карты. Что мы с тобой можем здесь еще замутить? Ну, вызвать можно вот этого зомби. Так, пропускаем ход. Если что, будем замораживать. Если понадобится. Амфибия-мишень. Так, добор карт. Отлично. Ну что ты там делаешь? Ага, вот это плохо, ребята. Да ты достал, что ты будешь теперь за каждый раз, что ли, выстреливать? Так, орех. Ну, орех не проблема. Вот здесь меня больше раздражает. Я не знаю, что, как бы сделать. У меня нет водяных, что ли? И тратить-то, в принципе, не стоит, как бы. Ладно, сделаем с тобой вот так вот. И поехали. Ага. И вот так. То есть у нас с тобой 8 здоровья, а у него 11. Как мне вот этих-то, а? Уничтожить?
Я не знаю. Ума не приложу. Ковбой. Ух ты, а он что, оказывается, может на воде у нас быть? А я этого и не знал. А ну-ка давай посмотрим, что он будет делать. Цитрон задумался. Разброс. Так, сюда он поставил мину. Орех. Так, ну ладно, этих мы уничтожим. Вот тут, конечно, будет все намного печальнее. Бамс. Вот об этом я тебе и говорил. Превращает в случайного зомби? Да ради бога. Ради бога. Так, одна карта, а у нас с тобой все на мази. Следующее, что я хочу сделать, это выставить вот этого маленького. Так, оу, отлично. Так, а если мы еще с тобой, знаешь, что сделаем? Выставим вот так. Ну, ладно, фиг с ним, вызвал эту фигню свою. Так, тут прикрылся, типа, да? Этого мы уничтожим. Но урон получим в лицо. Так, еще урончик. Что вот это вот меня бесит. Можно заморозку, в принципе, применить. Да? Если хорошо подумать. Ну-ка, давай-ка карту хорошую, вытягивай мне карту. Отлично. Так, может быть, нам... Нет, гробовщика вызывать не стоит, иначе вот с этого уйдет кровожадность. Блин, почему этот, этот дракулит не может стоять у нас на воде, да? Так, вау, карта, отлично, ребята. Ну что, смотрим, кого он тут выставить сможет. Никого, поэтому я вот этого чудика замораживаю, да? Вытягиваем с тобой карту и начинаем атаковать. Так, раз. Что там у тебя? Ха, неуязвимость, да? Ну ладно. Вытягивает при этом еще карту. Да-да-да, у него все неуязвимые. Ладно, скажем так, пережил атаку. Выставить я никого не могу. Что он там сейчас сделает? Вытягивает карту опять. Да ну, успокойся. Так, это нам пригодится. Вызвал мину. Еще мину. Своими минами тут все, блин. Ну давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Так, еще атаку. Отлично. И еще. Хе-хе-хей. Все, друзья мои, побед за нами. Фух. Да-да, мы выиграли. Первый бой, как говорится, был за нами. Ну что же, давай смотреть, кто будет следующим против нас. И это ночной колпак, еще тот кровопийца, а? Ну что же, приступим. Здесь мы с тобой меняем вот эти карты. Твою ж налево. Подешевле, ты что, ничего нету у меня, что ли? Блин, офигеть, первого хода нету, и это плохо. У меня только на третьем ходу будет что-то. Так, гриб свой размещает, а? Твою же налево, три урона, да, получу? Обрадовал ты меня, парень, обрадовал. Никого не дают выставить, понимаешь? Так, еще три в лицо сейчас получим. Замечательно. На ровном месте просто отгребли с тобой. Ну давай вот так вот сделаю. Уничтожит, да, наверное, мне? Амфибия разброс, поставил на воде. Слушай, ну вот что-то он здесь хитрит. У него все с водой тут замешкано. Так, ну предположим, я поставлю этого сюда. Так, ну что, убираем этого, да? Поехали. Три в лицо. Так, 5 энергии. Ну что, наверное, вот так вот сделаем с тобой.
У нас, по крайней мере, с тобой сработает рикошет. Прячемся, прячемся, прячемся. Окей. Смотрим. Ха-ха. А что, сбить никого не смог? А он специально его сюда сбросил, да? Для того, чтобы я его отрикошетил. Гаденыши такие. Но, тем не менее, мы ему нанесем сейчас достаточно хорошее количество урона. Это 7, 8, 8 урона будет. Правда, у него, по-моему, сработает защита. Ага. И он размещает двух шампиньонов. Этот еще и успел сходить. Так, далее что? Слушай, он сделает рикошет, верно? Как пить дать сделает. Поэтому поставим вот так вот. Ну, поехали. Отрикошеть, пожалуйста, вот этого, а? Пожалуйста, вот этого. Воу, спасибо. Спасибо, бро. Так, ну что, мы тогда с вами сделаем немножко хитренько, да? Я перемещаю сюда и атакую. Отлично, плюс еще бонусная атака у нас есть. Сделаем ее, да? Бамс. Ну что, понеслась. Ага. Так, это мы с тобой сохраняем. Так, два. У него остается сколько? 3 единицы здоровья. Всего лишь 3. И я, наверное, сделаю вот так. Давай, 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 закапывай всех. Что он предпримет, как ты думаешь? Ах ты, жулик вонючий, а? Смотри, что он делает. Так, ну его я уничтожу. Я даже знаю как. Все, ребята, ему крышка. Рикошет, да, значит? А будьте добры вот этого убрать. А сюда вот так вот сделаем. Ну что, все, по идее, ему крышка должна быть. Слушай, ну вот этот вот гробовщик, согласись, хорош. Хорош, я ничего не могу сказать против него. Так, ну что же, ночную шляпу мы с тобой довольно быстро как-то ушатали. Меня это даже немножко пугает. И опять мы возвращаемся с тобой к Цитрону. Да-да, именно к нему. Сейчас 100% какие-то будут условия. Ну вот, вот об этом я и говорил. Видишь, да, что там уже что-то лежит. Я вижу арахис, по крайней мере, и мину. Я вижу арахис и мину. Цитрон начинает игру с картофельной миной и арахисом. Но вы обязаны принести мне победу. Обязаны мы ему, понимаешь ли, принести победу. Ну, мину, да, мину. Сейчас, ребят, мы обезвредим с вами. Наверное, ага. Слушай, он достал вот этой фигней своей водной. Так, сейчас получим с тобой тыдыщ. Все. Схлопотали, короче. Ну, я не знаю, ну давай я его поставлю. Ну, вот сюда. То есть я могу сундук на сундук. Опа. Нормуль. Так, что он. Смотри, что делает, а? Что он творит? Размещает стен ореха и вытягивает опять же карту. Прикрывается, да? Прикрывает свою задницу. Что мы тут с собой отгребаем, блин. Давай быстренько добор. Давай быстренько добор. А дальше-то что? Если я поставлю этого зомби, когда он наносит урон растению, так, стоимостью 2 или меньше. Ну давай я сделаю вот так вот. Что он там? Опять эти бобы свои добавляет. Ладно. В общем, 2 в лицо. Это мы уничтожаем с тобой фасоль. Ой, фасоль, арахис. Блин, мне вот эти вот бесят, а? Спелись тут, понимаешь ли. Так, зомби наносит бонус на атаку. Это, конечно, все хорошо. Вот мы с тобой поставим, наверное, рикошетик сюда. От него будет больше толку. Ага.
Ёлки-палки, началось, короче. Кого рикошет-то? Я даже не знаю, ну давай вот этого уберем. Бред, конечно, получается. Так, два, еще три. Так, это нам пока не нужно. Слушай, мне кажется, нужно будет супермозгу поменять немножко колоду. Так, секундочку. У нас, оказывается, здесь можно поставить. Который получит способность кровожадность. Ага. Так, две энергии. Твою ж налево. Ну, если я вот так сделаю. Предположим. Почему-то мне кажется, что мы здесь проиграли. Сейчас он выставит эти... Ага, вот даже как сделал. Постоянно этот плюется, а? Посмотри. Все. Да, ребята. Короче, идем за супермозга и смотрим колоду именно на воде. Потому что, ну, это не дело. Он меня с воды бомбит и все. Давай-ка посмотрим твою колоду, родной мой. Уточка. Ну, уточку можно, в принципе, поставить. Так, этого, наверное, мы уберем с тобой. Кто у нас на воде еще может находиться, а? Ну, морж, он стоит, извини меня, очень дорого. Так, этот вряд ли, конечно, на воде сможет стоять. Пират то же самое. Вот, у нас есть амфибия. Почему-то они у меня есть, но до этого их... Почему-то они не брались. Так, а кто ты у нас такая? Заморозка растения. Но это на ландшафте. Слушай, у меня вот этих вот дофига, да? О, аж три штуки, зачем мне столько? Не надо. Мне этого не надо так много. Бочонки. Так, ты, интересно, плаваешь или нет? Нет, это просто бесенок-зомби. А ты? Амфибия. Вот, ребята, вот этого, например, можно взять. Две штучки. Все, вроде бы. Более чем достаточно. Поехали, друзья мои. Надо Цитрона валить. Нечего ему тут, как говорится, землю топтать нашу. Ну что вы опять начинаете, а? За свое, блин, ну. Надавали-то, а? Ладно, ход зомби, я знаю. Нет у меня первого хода. Вот он начинает опять свою, а? Канитель. Сразу получаем урона целую кучу. Ну просто неохота из-за этого тратить, ребят, целую, ну, понимаешь, да? Целую амфибию. Ладно, поехали. Смотри, что творит, а? Чё он тут вытворяет? То есть, а мы с тобой еще получаем три в лицо. Бонусная атака. Ну, сюда поставлю. Так, а он что? Ничего, да? Уничтожаем, ладно. Поехали, еще два в лицо. Блин, вот знаете, что плохо? Что у супермозга нету хила. Гаргантюа. Гаргантюа. Я могу только сундук поставить. И все. Этого могу заморозить. Ага, заморозил. Ну что, сундук? Наверное, нам надо с тобой вот этого чудика вальнуть. А вот этого заморозить. Так, пират достался, погнали. Бамс и бамс. Нормуль.
Блин, горелый. Пирата. Могу пирата сюда поставить, да? Опачки. Отличная карта. И поставим с тобой амфибию. Но что-то там надумал старый цитрон. Ну понятно, начинается, да, вот эта вот фигня его. Естественно, мы с тобой тогда применим кровожадность, чтобы его уничтожить. Погнали. Ай-яй-яй-яй-яй, только не уязвим. Он орех выставил. Твою ж налево, блин. Вот гаденыш, а. Выставил свой орех сюда. Как знал, а. Так, ну что мы с тобой можем здесь сделать? Ну, например, я могу спрятаться в надгробии, да? 5. Или же можно сделать немножко по-другому. При уничтожении зомби плюс 2. Ну, вот сюда вот, может быть, выставить. И вот сюда. Посмотрим. Так, у него, по-моему, рикошет наверняка есть. И он может отрикошетить. Ты достал меня вот своими вот этими вот бобами, а? Сейчас будет вызывать бобов, да, и, соответственно, будет прокачивать вот этих вот. Они еще при этом будут наносить атаку. Пинкс, вот об этом я и говорю, блин. Еще сейчас, да? О-о-о. Жестко. Ну что, ребят, погнали. Так, уничтожаем вот здесь теперь. Нам нужно что-то замутить. 3 хп всего лишь остается. 3 хп. Ну вот как быть? Ладно, поехали. Если здесь гробовщика не будет, это будет плохо. Заморозку. Ну, я, предположим, применю ее на арбуз. Ну, тут, по-моему, все, друзья мои. Песенка наша спета. Судя по всему. Мне тут никак не выкрутиться. Ну, даже если я заморожу его, эти все равно нанесут урон свой. Короче, тут надо что-то против этих бобовых придумывать. Видишь, бобы очень сильно вредят. Постоянно плюс. А что мы можем здесь сделать? Брать на опережение. Давай-ка возьмем, наверное, с тобой нашего разгрома. Может быть, он здесь справится. Хотя я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Вот именно про разгрома вряд ли. Но, тем не менее, попробуем. Кстати, я ему колоду, по-моему, не поменял. Она до сих пор еще старого образца. Слушай, ну, нормуль. У нас есть с тобой шар, то есть я могу уничтожить сразу же этот арахис. Прям на первом же ходу. Так, давай-ка его уберем отсюда. Отлично. Погнали. Так, получили в лицо. А вот здесь вот сиди и думай, что нам лучше сделать. Ну, я думаю, наверное, выставим с тобой вот этого вот зомби. Будет интересно за ним охота или нет? Точно, он стал охотиться. Зажал, да? Ну, и такой неплохо вариантик. Вот это вот меня бесит. Как бы с ними разобраться-то, а? Да по-быренькому. Даже не знаю. Ну что, ставим с тобой, наверное, вот этого зомби сюда. И поставим телепорт. Ну, не телепорт, а как он там называется-то? Правильно. Так, отвлекли меня маленечко опять. Как всегда, блин, все не вовремя. Так, секунду, у нас здесь безумие. Давай, наверное, сделаем вот так с тобой. Так, нас все потихоньку бомбят, бомбят. Все никак не успокоится.
У нас есть йети. Если я... Слушай, а зачем мне йети? Вот что я могу сделать. Будем с тобой усилять карты, если он, конечно, его не уничтожит. Мне этого зомби. Хотелось бы посмотреть. Так, добавляет 4 волшебных баба. Блин, у меня 9 хп всего лишь осталось. Да он меня достал вот этими вот своими хмыренышами мелкими. Бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. Так, нужно хиляться уже, я так понимаю. Иначе мы далеко с тобой так не уедем. Ну чё, призываем, наверное, йети сюда. Опачки, уточка. А уточка — это хорошо. Она, по крайней мере, может их сдержать. Хотя он сейчас будет эти свои фасольки вызывать, они будут атаковать. Но эта фасоль попадет вот сюда. Ладно, будем смотреть, что он там. Вот, вот, об этом я тебе говорю, видишь? Сейчас это будут атаковать. Так, иди сюда. Так, зомби получает 2 плюс 2. Предположим, ребята. Сейчас он еще вызовет, да, фасоль? Эти опять сделают атаку. А, нет, орех вызвал. Так, орех тоже сюда смещается. Еще орех. То есть у тебя орехи одни, что ли, остались? Странно. Так, друзья мои, уничтожаем. Раз. Тут, конечно, все без результатов. Что там у тебя за карта? Что ты там вытянул? Наверное, неуязвимость, мне кажется. Ой, как классно. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Поставить вот этого вот... Нет. Вот этого, наверное, я влеплю сюда. И хорош пока. Так, мне кажется, у него все-таки там неуязвимость осталась. Да ну, добор двух карт делает. Ну ты посмотри, а. Так, нам срочно нужно лечиться, ребята. Срочно просто. Так, что это? Уничтожает растение, да? Давай вот этого уберем с тобой. Как нафиг? А как произошло? Почему? Друзья мои, я не понял. Что-то он меня достал со своими этими ростками. Поехали. Разгром, а? О, призрак. Так, слушай, ребят, по-моему, неплохая рука. У нас с вами наклевывается. Да ладно, все, это понятно. Ну что, обезвредим, так сказать, с тобой мину. Или он уничтожит меня? Нет, ребята. В общем, опа. Отлично. Так, теперь нужно нам что-то с тобой делать. С этим арахисом. А мы можем с тобой сделать вот так вот. Хоп. Интересно, уничтожит он мне привидение? Нет, ничего не стал делать. Да, но я его все равно еще не убил. Так, ты видишь, 1-1. Но это ладно, это еще куда ни шло. Так, на ландшафте. Так, когда на каждом ходу зомби наносит урон впервые, все растения получают по 1 единице урона. Ну, если я сюда его влеплю. Чего он там неуязвимость вешает? Ах ты жук. Ах ты жучара, а. Ладно, фиг с ним. Мы можем вообще его лишить, если честно, атаки. Но я не буду делать. Я сделаю вот так. Буду прокачивать свои карты. Ага, ага, вот так ты сделал, да? Две карточки себе хапнул. Ладно, фиг с ним. Так, уничтожаем арахис. Единичку в лицо мы ему тоже даем. Мои карты прокачиваются. Отлично. Так, медика, я думаю, пока вызывать не стоит. А вот этого, пожалуй, надо. Мне кажется, вот эта карта ему не дает покоя. Вот этот зомби. Опачки. Свои бобовые начинает вызывать. Смотри, прокачивает.
Что? И еще, да? 4 баба себе в колоду. Так, ну что, нам нужно его как-то, наверное, уничтожить в первую очередь, да? Поэтому сделаем с тобой вот таким вот образом. А здесь вот таким. Погнали. Слушай, ну у меня, правда, с картами вообще большущая беда. Ты сам видишь. Опачки. Так, ну давай, наверное, поставим вот таким вот образом. Медика пока трогать не стоит. Ну что он там свои уничтожает? Че? 5 и больше? Ну да, даже вот так вот он сделал. У него этот гриб судьбы есть, ты понял? Поэтому очень аккуратно надо быть с картами. Ну, если я, предположим, поставлю Гаргантюа сюда. Как он его будет уничтожать? Мы будем хиляться. А вот как он его будет уничтожать, я не знаю. Сейчас любого... Ах ты, арбуз у тебя есть. Да ну! Трындец. Да. Превратили, блин, в зомби. Ну, маразматика. Ну, рыцарь у меня появился. Что я могу сделать с рыцарем? Поставить его сюда? Или лучше вот так вот сделать? Это же охотник, блин. Он же будет бегать как дурак за всеми. Кого не поставить, да? А кого поставить? Могут только вот сюда вот. И все. По воде. А, он по воде, по-моему, даже может охотиться. Ладно. Ага. Он все добирает карты. Смотри на него. Все добирает карты. Ну. Цитрон, давай соображай быстрее. Твою же налево, что делает, а? Так, орех, уходи отсюда. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Уничтожить орех можно, в принципе. Да, вот здесь, конечно, печалька. Уничтожат мне зомби. А мы с тобой, честно, получаем кучу урона. Еще и заморозили мне, блин. Какое безумие, безумие здесь не нужно. Все. Слушай, ну, согласись, у него до этого не было арбузов. Откуда-то появились... Откуда у тебя, гаденыш, появились арбузы? Объясни мне, а? Давай сюда вот поставим, наверное, да? Ну и что-то там сделай сейчас. На одних арбузах будешь тут писать? Ну, конечно же, у него есть вот эта вот фигня, блин. Орехи. Слушай-ка, а у меня у разгрома же есть, да? Чудик, который может орехи уничтожать. По-моему, есть. Так вот я сижу и думаю, может быть, нам его вызвать? Он как раз и арбузы, по идее, должен уничтожать. Но это по идее. Как оно будет, я уже не знаю. Давай, конечно, разгрома. Что ты еще думаешь? Так, эволюция. Уничтожаем с тобой этот арбуз. А все равно проиграли, получается, да, ребят? Урон в лицо. Плюс 4, это уже 5. И вот это добьет. 6. Ага. Так, у нас сработала защита. Хоть в коем-то веке. Слушай, может быть, еще не все потеряно? Хотя я сомневаюсь. Угу, призрак. Призрак. Так, если мы с тобой сделаем вот так. А дальше сделаем вот так. Не знаю, что из этого получится. У меня карт уже не осталось. И всего лишь 7 хп.
Как ты меня заколебал, а? Вот серьезно тебе говорю, он меня просто достал в корень. Еще, да ты посмотри, как он добор делает карт. Фиг ли ему так не это, да? Вот сейчас мне, конечно, тут достанется немало. 3-4 в лицо получу я. Так, с этим-то я разберусь. Ну вот тут вот. Тут, да, конечно. Дали мне амфибию. Ну и что? Ну, поставлю я сюда амфибию. Дальше-то что? У него там карт, ё-моё, целая рука. Плюс он добор постоянно делает. Так, электрокамыш. Слушай, у нас есть с тобой офигенная вероятность, что мы сейчас его просто победим. Ну-ка, проверим. 6 в лицо, ну-ка. Есть. Фух. Ядрен батон. Я вообще-то на медика рассчитывал, потому что у него там безумие. Я думал, он уничтожит этого хмыреныша и потом в лицо ему пропишет. Но ты, как видишь, лего все-таки вырулила. Так, ну давай-ка глядеть, что у нас следующий будет. Слушай, может нам не зараз... Да ладно, пускай будет разгром. Оу, розочка, ё-моё. Розочка как козочка. Бегает и стелится, да? Так, убираем с тобой медиков. Ё-моё. Это что такое? Вот это что, ребят, такое выпало мне? Против розы эти великаны шелуха, согласись. Опа, понял, что делает. Мы можем убрать ее отсюда. Так. Ну. Вот, отлично. Выставляем. Ну что там, Роза? Опять? Блин. Ну, три в лицо. Офигеть сделаешь. Так, я как смотрю на этого подснежника, сразу думаю, ребята, что здесь будет заморозка присутствовать. Так, выбить растение, которое получает минус 2. Ну, вот это, конечно же. Погнали. Бамс. Так, теперь нам нужно этот подснежник ушатать. Как будем ушатывать? С помощью призрака, да? И с помощью, наверное, челюсти. Ну вот, 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 вот оно начинается. Начинается. Так. 2-3. Почему-то я не удивлен этому. Сколько там ты получаешь? 4-5. Тут еще и прочерк. Нет, парень, вот с прочерком-то ты не угадал. Ну да. Урончик-то получим. А этого он не смог заморозить, ребят. Так, лечилку пока оставляем. Этого он заморозить не может, потому что у него, видишь, защита от магии. Так, а вот здесь уже будет поинтереснее маленечко. Я выставлю сюда вот этого зомби, который имеет неуязвимость. Упс. Так, да какой, блин, сейчас вызов? Ё-моё, блин. Блин, надо всех нафиг удалять из, я не знаю. Или блокировать как-то. Так, зомби получает минус 2, минус 2. Так. Слушай, фигня получается все равно. Навязчивый зомби. Ну, если я сделаю вот так вот. И вот так. Что он сейчас будет делать? Замораживать? Прочерк. Это плохо, ребята. Прочерк — это плохо. Минус зомбарь. Еще минус зомби. Так, 8 хп оставляем. Так, это у нас медик. Он будет замораживать его 100%. Если я сделаю вот так и вот так. Ну что, проверим? Оу! Слушай, вот это вот серьезно. 5 с прочерком-то. Погнали.
7 хп всего лишь остается, да? Так, у нас есть с тобой привидение. Ну что? Я даже не знаю, ребята. Или все-таки лучше вот так вот сделать? Давай посмотрим, прокатит это или нет. Поехали. Ага. Так, безумие, да? Давай вот сюда поставим. Блин, случайного зомби, ты серьезно? В какую-то парашу, блин. Ё-моё, а. Офигеть. Да, друзья мои. Ну ты прикинь. Ох, еще не легче. Так, что он там делает? Превратил, блин, а. Короче, по-моему, нам крышка здесь. Меня здесь уже ничего не спасет. Да, мы с тобой получим 4 урона здесь и 4 вот здесь вот. И на этом наша песенка спета. А мне буквально немножечко не хватило, чтобы его победить. Но меня предупреждали, что они будут использовать легендарные карты. Но никак не думал, что это будет у Розы. Так, ладно, раз разгром здесь нам не помог, попробуем сыграть за супермозг. Надеюсь, у него получится. Поехали. Так, вот это мы с тобой заменим. Да вот это тоже, в принципе, надо менять. И вот эту. Блин, усы. Че так много усов-то? Блин, и везде гаргантюа вылезет, а? Сейчас, мне кажется, он превратит этот сундук во что-нибудь. А, у него же вот. О, подснежник. Я и забыл про него. Что мы можем? Если что, можно заморозить. Ага, вот так ты делаешь, да? А ведь я тоже заморозить могу. Ты не думал об этом? Ах ты жук, а? Король выпал. Да, сундук мы с тобой теряем. Ничего с этим не поделаешь. Ну давай, поболтаем. Да-да-да-да-да, конечно. Так, ну что, уничтожаем с тобой этого. Ну, 4 в лицо-то нам отгребется. Блин, и у супермозга, не забывай, нету хила. Так, бонус на атаку, да? Давай сюда поставим, наверное. И вот сюда. Так, это у нас амфибия. Будет на воде стоять. Че, специально, что ли, его сюда выставил? Кто нанесет бонус на атаку? Да, в принципе, не имеет никакого абсолютно значения, да, кто нанесет. 2-3. Так, кровожадность-то зачем? Пока не надо, погнали. Защита, да, срабатывает. Превращает в козла. Даже не сомневался, нисколечко. Так, добор двух карт. Давай, 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 вытягивай, отлично. Так, ну вот этого надо уничтожать. И желательно быстрее. Он будет замораживать, 100% тебе говорю. Он будет использовать заморозку. Так, прочерк, да? Сюда выставим. Поехали. Сейчас заморозит его. При заморозке этот уничтожает любого зомби. Вот смотри, что он сейчас делать будет. Понял? Как это работает? Вот так вот, ребятушки. Давай, сейчас 2 в лицо получим. Ну, а здесь с тобой прочерком сделаем. Вот основной паршивец, который меня раздражает. Основной паршивец, ну...
Давай вот так вот сделаем. Опачки. Блин, ну как же не хотелось бы, а. Как же, блин, не хотелось мне вот этого. Давай, под кровожадностью. Фиг ли сделаешь. Нисколечко не удивлен этому. Сейчас и этого уничтожат. Все, да, наигрался. Как нам с этим быть? С этим арбузом. Давай, наверное, сделаем вот так вот. И вот так. Если что, у нас с тобой есть рикошет. Гаргантюа убирает? Ладно, ради бога. Тут прочерк, не так страшно. В общем, этого накроем. А рикошет нам с тобой нужно сделать. Вот этого. Так, погнали, друзья мои. Арбуз минус. Так, здесь тоже, конечно, у нас обмен, но мы еще получим лицо. Потому что здесь с прочерком. Так, ну что? Вызываем Гаргантюа. Его, по крайней мере, сейчас отрикошетить не смогут. Упс. Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. Куда переместите? Конечно, сюда. О чем тут думать еще? И бонусную атаку, конечно, сделать сразу надо. Давай. Тыдыч. Так, что у нас там выпадает? Отличная карта. Так, рикошет. Об этом не стоит забывать. Мы с тобой сделаем немножко по-другому. Вот так вот. Закопаемся. Чтобы нас опять же не смогли тут отрикошетить. Пропускаем ход и смотрим. У него арбуз еще есть. Ха-ха-ха, обломался, да? Подсолнух. Ой, подсолнух, ё-моё. Вот подсолнух. Так, ну что, я предлагаю вот сюда вот передвинуться. Сделать, наверное, еще вот так вот. И все, пока. Так, минус. Этого тоже убрали. Вот знать бы, что у него там еще за карты, а? Что у него там за карты? Я бы еще... Лишь бы не какой-нибудь там водное. Давай сделаем вот так и вот так. Закапываемся все. Чтобы нас не заморозили здесь. Блин, вот этого я и боялся. Так, а он превратит, интересно, или нет? Нет, ну он-то смотри, где находится. У нас есть с тобой вот эта вот штука, да? Мы сможем его уничтожить. Нам повезло, ребята. А так бы, прикинь, он бы всех превратил в зомби, который стоит одну единицу энергии. Понеслась, короче. Ему не жить, все, ребят. Тут расписали мы розу эту. Ну и что? Тебе одну единицу урона нанести. Роза, ты дура. Давай. Бабах. Слушай, классно сыграли, на самом деле. Вот эту партию вообще великолепно разыграли. Да, гробовщики, конечно, это классные ребята. Очень мне хорошо помогли. А так бы серьезно, этот джин бы превратил бы всех моих вот этих гаргантюа, которые у меня стояли, да? И вообще все мои карты в зомби, которые были бы, имели одну единицу атаки и одну единицу здоровья. Ну что, у нас с вами апельсин. Апельсин, как всегда. И на этот раз мы с тобой возьмем разгрома. Поехали. Сейчас опять будет куча привилегий. И, может быть, даже я не пройду. Так, стартовые, в принципе, неплохие карты. Я бы даже сказал, хорошие. Опа. Так, ну что? Что происходит? Эй, что происходит? На старт. Так, побей босса. Безумие. В начале хода каждый герой вытаскивает еще одну случайную карту и получает плюс одну единицу солнца или плюс один мозг. У меня аж мозг разболелся. Даже так? Хорошо. Давай посмотрим.
То есть будем играть на легендарных картах, да, получается? Так. Да, наш призрак здесь даже ничего не успел сделать. Ладушки. Что-то мне немножко как-то непривычно, если честно. Что-то по карте получаем. А карты идут рандомно, да, я так понимаю? Ну что? Мы с тобой ставим сюда. Ага. Так, а кто вы такие? При получении урона случайная линия размещается случайный бесенок, который стоит 2 или меньше. Который стоит 2 или меньше. Ну, давай сюда его влепим. Так, давай, Цитрон. Вот ты как, да, сделал? Может, ты успокоишься, а? Твою ж налево. Бамс, ну получали-то, господи. Как же вот это долго, можно как-то побыстрее. Так, смотри, у нас с тобой есть. Опа. Так, если мы, предположим, с тобой сделаем. Слушай, вот этот что у нас дает вообще? А здесь поблизости получает плюс 2. Ага, то есть он усилил, да? Эти растения. Тогда мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Раз. Раз. Два-с. И три-с. Нормулька. Так, что он там предпримет? Уничтожает растение 4 или больше. Ага. Неуязвимость, блин. Вот это да, вот это он меня подколол сейчас. То есть он всех сейчас уничтожит. Ну, не считая, конечно, призрака вот этого. Так, получает минус 1, минус 1. А если я вот так вот... Подожди-ка, или тут лучше сделать? Сработает? Срабатывает, друзья мои. Отлично. То есть мы с тобой получим урон только здесь. И он еще размножится, насколько я помню. Он должен, по идее, размножиться. Ну, но я могу уничтожить ракетой, да? В принципе. Что-то как-то у него тут карт дофища. Да, он размножился. Значит так. При нанесении урона растению так герой перемещается на случайную линию и оставляет на своем месте случайного зомби. Опачки. Нормуль. Так, пропускаем ход. Офигеть, эти чуваки у него вообще без атаки. И он выставить никого не может, потому что у него все ячейки забиты, все линии. Он может только их бафать. Ага, кактус вызволил все-таки, да? Растение становится неуязвимым. А у меня ландшафта нету. Вот что я тебе могу сказать. Ландшафта у меня нету. Могу я его вообще уничтожить? Отлично, хотя бы так. Следующий у нас будет. Блин. Ладно. Давай завалим. Он все равно нанесет, да, 4 атаки. А, нет, смотри-ка, ничего не стал делать. Погнали. Так, уничтожили. Уничтожили. Да, вот тут, конечно, не очень хорошо. Ага, а вот здесь вот мы с тобой можем уже ландшафтик разместить, да, соответственно, подпортив ему все. Ну ладно, 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 я уже понял. Так, что это, значит, что это у нас? Растения и растения героя нельзя исцелять. Все растения получают минус один, минус один. Оу. Минус один, минус один, все растения, это шикарно. Так, пропускаем ход. Слушай, ну тут битва какая-то, как битва титанов у нас происходит вообще жестко. Я думаю, сейчас пойдут такие супер-пупер карты именно от Цитрона.
Эпические. Ну вот, смотри, видишь, делает добор двух карт. Он думает, что если у него здесь поле, да, неуязвимости, то он может себе здесь все позволить. Я же тебе, гад, сейчас все испорчу. Так, тут обмен. Но, гаденыш. Ну давай, 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 соображай быстрее. Что ты там думаешь-то по три часа, ё-моё. Рикошет, кого? Даже так? Ага, а вот так вот тебе нежданчик нормуль такой приплыл, да? Поехали, друзья мои. Отлично. Нормуль. Так, уничтожили. Ну, три в лицо получим, конечно. Немножко обидно, ну да ладно. Вот что у нас есть с тобой. Зомби, неуязвимость. А это сколько? Одну. Так, по одной единице урона наносит всем. Так, это уже, друзья мои, устраивает меня вполне. Поставим вот так вот. Так, игрок за растение теряет одну единицу энергии, а мы получаем плюс одну. Так, при появлении это все понятно. Ну, если я вот так вот сделаю. Хотелось бы посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь карт, а у меня шесть. Да, нахапал ты, парень. Опять за свое, а. Он опять за свое. Восемь энергии еще. Так, началось. Лети сюда, родной. А, ты специально его вызвал, да, чтобы прикрыться, я понял. Жалко, у меня нету безумия. Жалко, у меня нету безумия. Так, ну что, можно... Погоди-ка секунду. Наверное, лучше так сделать. Он же хочет этого зомби уничтожить мне. Ну, что так долго соображаешь? Так. Удваивает здоровье? У меня все равно здесь неуязвимый зомби стоит. Так что, по барабану. Пускай тратит свои эти бафы. Я нисколечко не возражаю. Только не этого. У меня нет слов, ребята. Так. 4 урона, да? И 6, 10. Слушай, надо хиляться. Поехали. Да, тут, конечно, получилась у нас фигня с тобой. Так, по одной единице урона, да, наносит у нас вот эта вот карта всем. То есть мы можем убрать этого, этого. Так и сделаем сейчас. Блин, это еще говнюха тут плодится. Так, понеслась. Так, сразу отлично. Убираем следующего кого? Следующего кого мы с тобой берем? Вот здесь, наверное. Боюсь, у него опять там есть рикошет или еще что-нибудь в этом роде. 100% есть, да? Ну-ка. Вот так вот я поставлю. Давай смотреть. У меня всего 9 здоровья, друзья мои. Шансы на победу очень-очень малы. Но я буду стараться. Единственное, что он очень долго думает, соображает там что-то. Так, у него есть гриб, который наносит 5 урона, но имеет 4 хп. У него еще 9 энергии. Плюс у него сработает защита. Заморозка зомби. Вот это плохо. Мы не сможем ему ответить.
Да, это плохо на самом деле. Так, добавляет бобы. Соответственно, этот еще стал круче. Заморозка. Да ты достал уже, а? Смотри, он тратит все и не боится. С чего вдруг такая, блин, уверенность-то, а? Я, кажется, понял, с чего. Ай-яй-яй, легендарную карту завалил, а? Так, у нас с тобой есть эволюция. Только что прибыла. Можем убрать этого, да? Можем именно его убрать. Так, ну что? Так, пожалуй, мы с тобой поступим. Убираем отсюда вот этого. Так, дальше у нас... пойдет, наверное... вот так. Сюда мы поставим. Вот так. Вот сюда. Подожди, а у меня же еще есть энергия. А, он на воде не стоит, понял. Ну что, давай смотреть, что он там будет делать. Только на воду ему поставить есть вариант. Или же уничтожить вот этих моих зомби. Вот и будем смотреть с тобой. Так, ну ладно. Он специально, кстати, его поставил сюда, чтобы за... вот эту ячейку забить. Потому что здесь есть портал притягивающий. Вот сейчас будет бомбить, плеваться. Не? Орех сюда поставил. Ну, трындец, блин. Ну что, ребята, понеслась. Окей. Все пока хорошо. Спортсмен мне выпал, да? Мне выпал спортсмен. Все добирает, гаденыш, добирает. О, зомбобот. Слушай, ну если мне выпал зомбот этот, то мне что-то подсказывает, что у него тоже есть офигенная лего. И я, наверное, пока тратить не буду. Что мы с тобой можем здесь замутить? Или все-таки бомбануть? Цитрон. Я, наверное, бомбану, ребята. Может быть, возможно, сделаю большую ошибку. Ну, вот так вот я захотел сделать. Так, смотрим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Еще и по мне урон, да, нанесет же? Смотри, что творит, а. Всех уничтожил. Так, у него там, ребята, одна карта. Так, ну мы можем с тобой максимум это что, прикрыться? Это надо было сюда, наверное, влеплять. Ладно, погнали. Гаденыш еще сопротивляется. Так, секундочку. Ну что, отвлекает, как всегда. Ладно, ребята, это не страшно. Так, смотри, у нас есть с тобой вот такой вот вариант. Да? Плюс ко всему мы можем... так, все зомби получают... ага. Сделать вот так. Опять сглупил. Опять, друзья мои, сглупил. Вначале надо было... выставить всех зомби, а потом... да. Ладно, давай смотреть. О-о-о, прочерк, это опасно. Так, что он там? Неуязвимость получает, ты посмотри, а. Так, минус орех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, он увеличивает атаку. Так, нам нужен срочно хил. Хила мне некуда поставить, блин. Я надеюсь, у него нет никакой карты, которая может... что мне столько гарантов-то достается, а? Так, ребят. Чего? Твою же налево, а? Ты прикинь, что он сейчас замутил, а? Давай вот этого хотя бы уберем отсюда, нафиг. Ты прикинь, у него гриб судьбы оказался.
Твою же маковку. Ребят, нам тут только медик поможет. Надеюсь, что он поможет вообще. Ну, давай. Ставим сюда медика. Так, сюда спортсмена вызываем. Ага, вот так вот даже. Так, плюс 2 при уничтожении растения. Давай сюда вот сделаем. Все, пока. Эхе-хе-хе-хе. Как ему этот гаргантюа? Ага, 5-5, да? А, 5-4. Заморозка зомби. Почему-то меня это не удивляет нисколечко. Вообще нисколечко. А, он отрикошетил мне обратно его. Так, опять зомбобот у меня. Откуда он взялся-то? Слушай, ну если у меня есть эта карта, значит у него там, наверное, грибы судьбы. Фиг знает сколько. Поехали. Влупляй, родной. Бамс. И вот эту карту сюда еще поставим с тобой. Ну? Цитрон, ты заколебал. Сдайся по-хорошему, я тебе говорю. Лучше по-хорошему сдайся мне. Иначе порву тебя на лоскутки. Что там у тебя? Правильно, сюда его. Кого рикошет? Странно. Я думал, что он сделает немножко по-другому. Так, тихо, тихо, тихо. Превращает случайно... Ну, это фиг с ним, ребят. Пускай превращает. Ну, я тебе скажу, даже не в очень плохого зомби превратил. Так. Оу, медик, ё-моё. Как я тебя ждал, а? Дорогой ты мой. Я просто по тебе соскучился. Ты мне здесь нужен как... Я не знаю что, как манна небесная. Что это еще за гантели тут мне прилетели? У нас просто здесь... Офигеть, ребята, какой замес происходит. Что это за гири, действительно? Так, разыгранные здесь зомби становятся... Что, надгробием? При появлении зомби из надгробия на эти линии они получают плюс один. Смотри, что творит, а? Заморозку. Так, смотри, в любом случае... Ну, вот так вот, если... Я не знаю, что это происходит, ребят, что это будет у нас. Кладбище образовалось. Так. Минус медик. Слушай, мне не нравится, что он здесь поставил эту фигню свою. О-хо-хо-хо-хо. Мне не нравится. Будем выставлять, наверное, с тобой медика сюда, да? Мы сюда поставим с тобой медика. Так, а после этого еще сделаем баф. Ага. Ага. А я баф сейчас сделаю. Вот так. Погнали, друзья мои. Опа. Минус. Так. Хиляемся, 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 родной мой. Нормуль. Отлично. Друзья мои, перевес в мою сторону по картам, согласись. Ох, как люто. И смотрим. Так, мне поставить некого, как ты видишь. Я просто тупо пропускаю ход. У меня даже нет никаких заклинаний. Разброс. Это хитро. Тоже неплохо. Но вот я сомневаюсь, что этот тебе парень поможет. Хотя, подожди, поможет ему, ребят. Он уничтожит мне сейчас целую кучу зомбарей. В данном случае вот именно вот здесь вот, видишь? Как ты выжил, а? Стенорех еще оставит. Ну, конечно, конечно, тут всякая шелупень появляется. Так, друже, у нас с тобой следующие дела. Так, мы с тобой сделаем сейчас неуязвимость. 6 энергии. Господи, я тут могу всех сейчас под неуязвимость просто загнать. Так, делается это следующим образом. Этого бесплатно. Так, этого сюда. И вот сюда. Так, и дальше мы поставим сюда ландшафт. Не грибочки эти, а мой.
Так, орех, ладно, фиг с ним. Рикошет, кого? Блин, специально что ли, а? Предположим. Вот так вот с тобой еще сделаем. Ну что, друзья мои, бомбим. А, этого уничтожат. Ё-моё. Немножечко просчитался капельку. Офигеть, битва, блин. 3 хп не могу, блин, ему нанести. 3 урона, точнее. Чё за бредятина, а? Всё, сейчас ставим с тобой водяного гаргантюа сюда. И что? Что я могу сюда влепить еще? Так, при появлении... Так, перемещает растение. Вот, перемещает растение. Нет, 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 не надо. Ну и что я тут могу переместить? Орех? А зачем мне перемещать орех? Никого я перемещать не буду. Ну давай вот сюда. Вон туда, вон. Назад его. Все, друзья мои, сейчас будет победа, смотри. Найс. Офигеть. Да неужели? Неужели я прошел историю за зомби полностью, от начала до конца, от корочки до корочки. В плане. Ну я же только что его побил. В чем проблема-то? А, ну это, видимо, так закачивается. Я уже думал, все вроде бы уничтожил мне опять. Ну что, друзья мои, как вы видите, 200 из 200, и мы с вами будем закругляться. Обязательно будем продолжать играть, но уже задание за растение. А как там, я без понятия. Как мы там будем с вами справляться против этой бессмертия. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.